А, пропустили быстрый гол, затем прибавили, во втором тайме душили соперника. Чего не хватило все-таки? Наверное, реализация моментов. Надо было более посерьезнее подойти к своим моментам. У нас и так их немного бывает в игре. И не реализовали. Много было стандартов, пытались какие-то домашние заготовки использовать, но не получилось. Ну да, тренер давал там на тренировках. Ну, у нас есть там пару своих заготовок. Пробовали. Ну, в этой игре не получилось, но в предыдущих пару играх получилось. Даже забили со стандартов. В концовке тебя заменили после одного из столкновений. Это какое-то повреждение или просто решили поберечь? Да нет, там чуть-чуть, наверное, уже усталость сказалась. И ноги начало немного сводить. Поэтому из-за холода еще тоже мышцы чуть-чуть подустали. Знаю, что была задержка рейса и поздно прилетели. Это как-то сказалось, помешало играть. Не, мы прилетели, ну, планировали за 2 дня прилететь, и даже из-за задержки у нас был целый день на подготовку. Вышли, даже потренировались, все нормально.